Это один из лучших социальных объектов России, потому что здесь отработали не просто архитекторы, а методисты вместе с архитекторами. И то, что вы видите в рамках благоустройства, это не элементы ради элементов, а это все-таки методика под открытым небом, где детей слабовидящих обучают адаптации к городской среде. Каждая зона говорит сама за себя и имеет говорящее собственное название. Шум ветра, музыкальная гостиная, аптекарский огород, лабиринт. Переходя из зоны в зону, педагоги выстраивают свой образовательный процесс, исходя из интересов детей, из расширения круга их познавательных возможностей.